капризам небесной канцелярии в районах готовы. Зимой дорожники дежурят круглосуточно, даже в новогодние праздники. Вся информация стекается сюда, в диспетчерскую. Это своего рода центр управления снегоуборочной техникой. Все машины оснащены датчиками ГЛОНАСС. Их местоположение и маршрут движения сразу видны на мониторе. Порядка 500 единиц дорожной техники, задействованной на содержании, находится в боевом режиме и готова в течение 10-15 минут после получения команды от дежурных служб выехать на устранение последствий снегопада либо на обработку противогололедными реагентами. В год дорог масштабным ремонтом будет охвачена Курская агломерация. Это областной центр и Курский район. 720 миллионов рублей, 53 участка. Адреса уже определены. Продолжится и обустройство съезда в деревнях и селах. В планах сдать 110 таких объектов. Нормативное состояние приведут и федеральные трассы. На 2019 год запланированы работы по капитальному ремонту подъезда к городу Курску со стороны Москвы и ремонту подъезда со стороны города Белгород. По срокам это будет сделано таким образом, чтобы доставить минимальное количество неудобств пользователям дорог. Одна из основных задач, которая стоит перед областью, привлечь в рамках федеральных программ средства на ремонт и строительство трасс. Всего же в следующем году планируется привести в нормативное состояние 470 километров автодорог. Ирина Михайлова, Антон Латышев, телеканал «7».